И к другим темам. Сегодня администрация Северодвинска попыталась разъяснить, что именно необходимо для установки наружной рекламы. Правила ее размещения на улицах и домах сейчас пытаются упорядочить. Законных рекламных баннеров в городе установлено около 130 единиц, а вот несогласованных конструкций только за последний месяц обнаружили больше 200. Вот такие рекламные штендеры сегодня красуются на многих улицах и автобусных остановках города. Зачастую именно эта реклама размещается незаконно. В течение последних полутора месяцев специалисты комитета ЖКХ и управления архитектуры проводили рейды по городу в поисках незаконно установленных конструкций. В итоге их набралось более 200. Все несогласованные баннеры ликвидировали. После Нового года мы более жестко будем подходить к этой работе, чтобы потом не было никаких обид, претензий к администрации города Северодвинска по этому вопросу, что вся эта реклама была демонтирована, вывезена или где-то она была уничтожена. Если до Нового года незаконные рекламные баннеры просто срезали и отправляли на утилизацию, то в будущем году с предпринимателей, разместивших рекламу без согласования с администрацией, будут взимать через суд стоимость работы подрядчика. Много рекламных конструкций, по которым срок разрешения уже истек, ранее был выдан и истек. Соответственно, они тоже считаются на сегодняшний день самовольно установленными. И их обязаны демонтировать. И очень много на жилых зданиях, как уже сказал Николай Александрович, да, тоже заканчивается процедура тем, что проводят собрание собственников, получают протокол и считают, что как бы на этом все они процедуру, свою миссию выполнили. Сейчас, чтобы установить рекламный баннер на законных условиях, например, на земельном участке или здании, находящемся в муниципальной собственности, проводятся специальные торги. Для этого необходимо обратиться с заявлением в управление архитектуры. Без торгов можно обойтись в случае, если участок находится в частной собственности. Как говорят специалисты, согласовывать необходимо установку всей наружной рекламы, даже уличных штендеров. Сергей Курбан, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.